Скажи мне, вот ты где-нибудь бы услышал в России от полицейского? What's up, man? Взываешь шаблоны, так сказать, граждан постсоветского пространства. Эй! Откуда он говорит? Я говорю, с России. А, так мы же должны типа воевать друг с другом. Задницу себе подтереть. После рук 58 сантиметров это нереально. Да, это сложно. В общем, как мы и обещали, мы сейчас с Илюхой едем забирать Nike для вас. Я их уже вручу до того, как выйдет видео, но извините. Тут еще у нас надо мозга Тимоху раскрутить на кроссовочки. Но мы вообще не про кроссовки, ребят. Самое главное, все мы любим эмоции. Здесь люди, так сказать, не стесняются показывать своих эмоций. И эти эмоции не в стиле «качок, фу». А они такие более, так сказать, голливудские. Поэтому мы сейчас едем сначала купить вам кроссовочки, поснимаем тайников из-под коврика. И потом поедем на наш любимый Venice Beach. Там не будет сильно много народа, но, тем не менее, там достаточно. Как раз мы приедем под закат. Вот так вот сижу. Даже в джинсовке у меня рука меньше. Я вам для понимания, я сижу вот так. Ну, не то, что я не мерзляк, у меня еще ковер вот здесь есть. Вот. А Илюха просто сидит, направил на себя все, что можно, включил, говорит, да. Соскучился я по этой истории, да. То есть, когда ты, как такой, как атомный реактор, сидишь, от тебя просто волны излучают. Коля на стиле. Коля молодец. Коля меня всю поездку вручает. Там будет видео на Илью, ссылочки, и на Колю. Подписывайтесь. Если нужна фото-видеосъемка на просторах Элейска, Вегаска и прочих городов Калифорнии. Сколько калорий сегодня вы наели уже? Я где-то 2000 до моего минимума. 8000 где-то уже. Уже сегодня? Время 3, он съел 8000 ты съел? Приезжаю домой после тренировки, выпиваю коктейль, у меня уже 6. Соответственно, если я потом еще раз поем, у меня уже где-то 8. Я съел прям огромную порцию риса с мясом, с колбасой, блядь, с сыром. Что я могу сказать? Мои эмоции не видно, но если бы их было видно, было бы вот так. Вот это поворот! Это просто, на самом деле. Если ты половину берешь из коктейлей, то совсем не сложно. Да, мы-то с Маланом за 5 минут. У нас была заруба, за 5 минут кто больше съест. Малан что-то под пятак съел, я меньше съел. Он банку нутеллы втащил, медовик тащил килограммовый, блядь. Так, Малан, это вообще с ним бесполезно зарубать. Мы быстренько выбираем нашим братьям кроссы. У нас получается 41, 42, 43. Обещал оператору. Все, вопрос закрыт, и мы едем на Венес. Смотрите. Стилек. И вот это просто. Я себе сам такие купил. Это человек, который написал самые яркие комментарии. Братан, если ты человек вживую их увидишь, ты их просто скажешь. Я думаю, что традицию такую будем повторять. Я буду покупать дополнительный чемодан и привозить вам всякие плюшки. Не только со Штатов, а со всех стран, где я вообще либо был. И буду среди вас разыгрывать. Либо это прикольно, я считаю. Nike Shox. У меня есть такие, только другая модель, другой цвет. Джорданов, к сожалению, у меня таких нету. Скажи мне, вот ты где-нибудь бы услышал в России от полицейского? What's up, man? What's up, guys? Hi. Hi, nice to meet you too. Hi, guys. Бездомный, это просто пиздец. Бездомные, ладно, они сидят, они спокойные. А здесь ходят реально, блядь, ну эти, блядь, местные фрики. Вот что они сидят здесь, это просто. Я не знаю, почему нету канала в этот Muscle Beach, Venice Beach. Есть контент в день по 100 роликов. Мы просто сюда с Валерой летом приезжали, там, не знаю, кто-то там на канате ходит, девочка с попой, там, кто-то это. Потом собирали, мы этот не выпустили ролик, он у меня есть в материалах. А ему надо было познакомиться с девушками, а мне нужно было найти людей, которые мне дадут, так сказать, запрещенки, травы. А. Я их, знаешь, как нашел? Вот так вот. Я подошел к палатке, мне женщина просто вот такую тюбу достает, говорит, да на, я не буду. Взываешь шаблоны, так сказать, граждан постсоветского пространства, не только. Че, пойдемте еще пройдемся? Эй! How are you? Good to see you, good. Yeah, how are nice you, man? You. Yeah, amazing, thank you. Hey, man. Yeah, it's my friend. Yeah. What's your name again? Kirill. Kirill? Yeah, from Russia. Russia. Yeah. Russia with muscles. From Moscow. Nice to meet you, sir. Good to meet you. Good to meet you, too. Arm wrestler, bodybuilder. Yeah. You want arm wrestle? Be careful, he angry. Kind of like touch that. Ego, yeah. Don't worry. You won't hurt me. God damn! You probably shoulder presses, dude. Yeah. Yeah. Is this a YouTube channel or something? Yeah, we're from Russia. Russia? It's a, yeah, for Russia. I've seen it.
figured. Привет, бро. Who is the 5% brand? This Rich Piano. 5%? Yeah. Four L. Yeah. Okay, guys. Thank you. It's a shitly weather right now. You're going. Yeah, guys. Fuck! Будет перебивочка. Когда мы подошли к чернокожим, который стоял бухой, вот здесь есть такие вот, ну, знаете, как уроды есть в каждой стране. Что он начал спрашивать? Такой, откуда, говорит? Я говорю, с России. А, так мы же должны, типа, воевать друг с другом. Такой, типа, ну, знаете, вот такой гопарек со двора такой мелкий. Вот, и потом там шутки, более-менее. И потом тема про член. То есть это всегда меня забавляет, особенно когда в комментариях мужчины интересуются членами других мужчин. Бог с вами, если вам нравятся члены, ну вы ищите, так сказать, по интересам. Мы снимаем контент, мы выкладываем не члены, блядь. Ну не суть. То есть везде хватает дерьма, ребят, поверьте. И у нас в подворотнях, и здесь вот Venice Beach, в принципе, всегда исторически был таким. И здесь всегда все самые яркие люди, самая культура, всегда протесты всякие. Давай же. Вот вы шутки шутите, а знаете, каково это? Шнурки себе сам можешь завязать? Ну, сложно. Шнурки, вот самое, что для меня было, вот ты наешься, у тебя диафрагма распирает, и ты такой, стоишь возле порога, только с души вышел, ты все себя нормально чувствуешь, и такой, один ботинок завязал, стоишь, у тебя просто пот, как будто ты три подхода соревновательных. Второй такой, сука. Простите, вот, это просто жесть. Не говоря о том, что, прости, пожалуйста, задницу себе подтереть, это уже после рук 58 сантиметров, это нереально. Да, это сложно. Все, это нереально, это как собака за своим хвостом бегает, ты вот так вот крутишься, а если у тебя еще более-менее широчайшие, а если еще у тебя и сводят широчайшие, вот это вообще пинь. Ты тянешься, у тебя такая широчайшая, и ты такой, ты начинаешь ее обратно, у тебя пресс. Вроде бы ты как бы и покакал, тебе хорошо должно быть, но не тут и было. Ну все, это лирика. Приятности. Это да, это издержки профессии. Ну, в общем, вот такая вот у нас прогулочка выдалась. Хотели под сансет, но время года тучки, наоборот, спускаются сейчас в море с гор туда. Мало людей, ковид, поэтому очень немного людей. Но, тем не менее, народу было достаточно, чтобы показать реакцию. Невозможно зацепиться за глаза, то есть, понимаешь, вот просто это вот... Как я иду там, ой, на тебя оборачивается. Кто на меня оборачивается, блядь? Ты замечаешь, что на тебя кто-то оборачивается? Ты идешь себе и идешь. А тут реально люди шеи сворачивают, блядь. Понимаешь, там, ой, вы что, детей едите, что это? Не, я говорю, я вот когда не было этих пандемий и всего, они подходят фототься, ходят, все такое. То есть, просто, да? Просто ты никуда не можешь нормально выйти. В магазинах начинают. Ну, как бы, блин, это хорошо. Это должно так быть. Ну что, друзья, это была реакция американцев на богатырушек. Соцсети Ильи будут в описании. Обязательно подписывайтесь. Также у него свой YouTube-канал. Также Николай, который помогал мне всю эту поездку. Больше, чем просто оператор. Большой человек с большой... с большим сердцем, который и в том числе и на машине нас катал. В общем, красавчик. На него тоже подпишитесь, ему будет приятно. У него есть свой YouTube, TikTok, Instagram. То есть все-все-все мы там укажем. Спасибо вам большое. Ну, все. До встречи в холодной России. Всем пока.